Всем привет, с вами Прия. Сегодня, наконец-таки, я апнул 72-й уровень артефакта. Это 10 тысяч универсальности от согласованности армии погибели легиона. Ну и дополнительно 1500 от второго тира Тигеля. От второй полоски во второй реликвии. Но время идти дальше, и пора перебирать некоторые реликвии. У меня уже накопилось две тьмы за это время, 35-х. Одна дает пассивно удар в сердце, дамаг, а вторая дает плюс 1% к хп. Я сейчас дерну их из банка, мы пойдем к Тигелю и поизучаем эти реликвии, какая из них будет лучше и будут ли они лучше. Скажем так, но на самом деле тот прок, который в текущий момент, 1500 дополнительной универсальности с согласованностью армии погибели легиона. Это реально классно. Вот они, собственно, две тьмы. Одна упала с босса, а другая с недельного сундука. Она когда-то мне упала. Кто видосики смотрит активно по недельному скрытию сундуков, возможно, даже скажет, на какой неделе это было. Ну, по-моему, где-то 4-6 недель назад. Ага, и окажется то, что увеличенный лут-то у нас введен только 2 недели назад. Ну, я не помню, когда она дропнула. Мне самое главное, что у меня есть этот релик для ротации, и я доволен. Сейчас поизучаем все это дело, потому что, знаете, брать 2 дополнительных секунды на танцующее ироническое оружие от этой реликвии тьмы как-то, ну, мягко говоря, не хочется. Да. Сейчас я скрою веб-камеру, тут все это дело повыключаю и внимательно рассмотрим Тигель. Вот на моя тьма я могу взять процент парирования, я могу взять 2 секунды танцующего ионического оружия. Ну, как бы окей, я возьму пока что, почему бы и нет. Угу, хорошо. То есть это получается у меня 6 модификаций на танцующее ионическое оружие. Кайфовенько. От этого релика я получаю усиление к клыкам вампира и танцующему руническому оружию. А что я получаю здесь? Клыки вампира. Ага. Тут я получаю крит. То есть, смотрите, клыки вампира плюс удар в сердце. Тут клыки вампира плюс танец тьмы. Тут я получаю 1500 универсальности. А с нового релика я буду получать 1500 крита. Крит-удар весьма неплохой стат для блад-ДК и является весьма важным при разгоне стат. Окей. А что делает второй релик? Угу. Постоянное усиление от хил от удара смерти или клыки вампира. Вот, кстати, кто бы что ни говорил, либо пиршество падальщиков, либо клыки вампира, что из этого лучше. Мой взгляд на всю эту ситуацию, то, что клыки вампира лучше. Потому что под кровью вампира мы находимся почти всегда. Ну ладно, процентов 60 времени. И суть в том, то, что кровь вампира, она усиливает эти 5% дополнительных за каждый трейд от любых источников. А пиршество падальщиков только от удара смерти. И мое мнение то, что клыки вампира выглядят посильнее, как талант. Но мне бы хотелось сделать себе 3 реликвии, которые давали бы и клыки вампира, и пиршество падальщиков. Это была бы жесткая комбинация. Скорее всего, сейчас я что делаю? Сейчас я ставлю это клеймо. Повышаю свой эквип артефакта на 1 единицу. Это просто, я не знаю, это бешеный баф? Это мы разгоняем своего рыцаря смерти? Окей. Ставим реликвию. Так, что мы качаем? Сначала уровень. Потом мы качаем 1,5 косарика крита. Или привязку. Нет, 1,5 косарика крита лучше выглядит в этом тире. И клыки вампира. За место 2 секунд танцующего иронического оружия я взял 3 дополнительных процента дамага от удара в сердце. По-моему, я сделал все правильно. Угу. А все почему?
почему релики на удар сердца могут использоваться на рыцаре смерти клетки крови. А сейчас я вам расскажу. Удар сердца восстанавливает вам здоровье в объеме равном 25% от нанесенного им урона. А еще пока активен щит крови, тот щит, который мы получаем за счет удара сердца, Death Strike, DS, мы бафаем себе самоисцеление и бафаем дамаг от удара смерти. То есть если мы не танчим в этот момент, то нам все равно нужно поддерживать на себе активный щиток от удара смерти, чтобы больше дамагать ударом сердца и больше отхиливать за счет него, и больше дамагать им. Да, текущий момент с реликвиями именно такой. Хочу нормальное железо. Железо я запорол осознанно. Я не хотел качать безопасность в свете для последующей прокачки пиршества падальщиков. Я прокачал мастера теней для, возможно, последующей прокачки кровавой чумы. Но я надеюсь на то, что в скором времени мне выпадет нормальное железо. Хотя я занимаюсь этим достаточно долго, и что-то железо-то мне и не падает до сих пор, и я начинаю паниковать. Да. Приоритеты у меня вписаны вручную вообще на рандоме полнейшем, то есть на них даже не смотрите. Это аддон есть специальный, по нему я делал отдельный видосик. Надо дропать железо. Да. Надо дропать железо и надеяться на что-то нормальное. Да, я теперь потерял процент универсальности при проке согласованности, но приобрел процент крита. А крит для меня уже намного лучше, чем универсальность. Да и хпшки поднял за счет релика. И левел поднял на 0.12. Умно, умно, очень. Ладно уж, всех вам благ, счастья, здоровья, хороших проков в Тигеле. Чтобы там всегда нормально все прокало. И было все, в принципе, во всем идеально. Всех благ, счастья, легендарок, голды побольше. Берегите ноги. До скорого.